Мы прекрасно понимали, что «Новатор» очень сильный соперник, и никто не думал, что будет легко. Да, нам удалось выйти вперед, но, к сожалению, мы не удержали преимущество. Вот, ну, конечно, с последних сил где-то «Новатор» вот на последних секундах все-таки пошли ва-банк, да, и мы немножко не устояли. Но ничего страшного, все-таки проявили характер, не сдались, доиграли до конца матч. И в серии пенальти утешительное очко, но все-таки выиграли. Победа всегда только положительно влияет на команду. Как считаете, почему так получилось? Не слишком результативный матч вышел, но при этом, как только одна команда забивала, тут же другая отвечала. Да нет, играли, конечно, на ошибках соперников друг друга. Кто меньше ошибется, тот и выиграет. Вот, и каждую ошибку старались наказывать. Да, вот «Новатору», конечно, повезло немножко, что есть такие исполнители у них, как Филиппа, который в один где-то ловил наших более молодых игроков, да, на ошибках и реализовывал свое преимущество. Ну, ничего страшного, будем учиться дальше, разбирать моменты. Команда молодая, вот, каждый играет, большой опыт вот, для нас. И, конечно, мы ни в коем случае не сдаемся, и у нас есть еще игры, и будем выходить на каждую игру, настроены только на победу. В целом, московский этап для вас уже завершен, как его оцените? Можно поставить троечку, потому что все-таки команда все-таки до конца старалась, ну, ни в коем случае не расслаблялись, играли друг за друга, пытались показать свою лучшую игру в каждом матче. Ну, к сожалению, мы потеряли много очков. Потеряли с Лока и, естественно, два очка, которые с «Новатором», нам очень не нужны. Вот. Ну, ничего, будем надеяться на лучшее. Вот. И все, что не делается, конечно, я думаю, для нас это урок. И дальше будем анализировать, делать выводы и идти дальше, работать.